Страстная танго или озорной рок-н-ролл на инвалидной коляске. Для участников первого межрегионального фестиваля-конкурса «Другое измерение» это реально. На сцену областного центра молодежных инициатив выехали несколько десятков людей с ограниченными физическими возможностями из Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Московской областей. Наталья Давыдова познакомилась с теми, для кого диагноз не стал приговором. О людях с безграничной силой духа и целеустремленностью наш следующий сюжет. Этот номер вызвал аплодисменты зрителей с первых секунд. Столько в нем задора и энергии. Танцор специальной коляски Александр Башлыков из Липецка. Хореографией занимается уже 10 лет. Говорит, пришел посмотреть и остался. Это жизнь в движении, в котором я ограничен в обычной жизни. Вот. Я могу не думать о том, что я не умею ходить, не могу ходить. Вот. Мне это просто здесь не нужно. Можно думать совершенно о других вещах. А вот для Татьяны Зениной из Гореворонского района танец лишь одно из увлечений. Я занималась вокалом, и приехала, также концерт был. И я увидела, как вот это вот девочки занимаются этим очень красиво, интересно. Я думала, что этого у нас нету. Но когда сказали, что это у нас в Белгороде, я решила попробовать. И вот вроде как получается. А еще Татьяна – педагог дополнительного образования в школе, водитель такси и счастливая жена и мать. Признается, любит быть в центре внимания. А фестиваль «Другое измерение» подарил возможность не только показать, на что способна, но и завести новых друзей. И чтобы они чувствовали себя, свою социализацию, чтобы они чувствовали себя здоровыми людьми. И танец, и все к этому призвано, чтобы они были и счастливее, и здоровее, и успешней. Первый межрегиональный интегрированный фестиваль-конкурс «Другое измерение» прошел в рамках проекта «Танцующее Белогорье» и теперь станет его постоянной номинацией. Приятно то, что к «Танцующему Белогорью», к жителям присоединились люди, пусть даже и с ограниченными возможностями, но с безграничным желанием дарить нам с вами радость, тепло, улыбку и весь свой безграничный талант. Наталья Давыдова, Эдуард Горелов, «Новости мира Белогорья».